Татарин, который сравнивал Путина с Гитлером и выступал против российской агрессии, получил тюремный срок. Рафиса Кашапова приговорили к 3 годам колонии общего режима за экстремистские посты ВКонтакте. В частности, речь идет о 4 постах с заголовками «Крым и Украина будут свободными», «Вчера Гитлер и Данциг, сегодня Путин и Донецк», «Где Россия, там слезы и смерть» и «Защитим Украину и весь тюркский мир».